Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на журнал Elle Girl. Здесь у нас дневники вампира на обложке. Написано «Свежие дневники вампира». И это у нас с октябрь 2014 года. Достаточно давно уже. Мы знаем, тогда выходили дневники вампира. И мне они, кстати говоря, очень нравятся. Здесь вот прям такие самые главные актеры, как по мне. Давайте смотреть, что здесь есть. Естественно, лицо с обложки, точнее, сама обложка. Это у нас всегда есть. Ну и я нашла то, что здесь есть по сама статья по дневникам вампира и то, что мне интересно. Там совсем чуть-чуть. Здесь вот эта вот статья фотосессии. Ну, я как понимаю, это для самого сериала. Они там постоянно для разных сезонов разные фотосессии выпускали. Любовный треугольник и кровные узы. Вот так вот у нас все. Ну и здесь рассказывается про вот интересные факты, и вот по каждому, то есть Дэймон Сальваторе, это Йен Сомерхолдер, Элина Гилберт, Кэтрин Пирс, это Нина Добрев, кстати, очень даже классненько. Дальше Стефан Сальваторе, это Пол Уэсли, ну, Клаус, Алари, Кэролайн и Мэтт, но здесь как бы их картинок нет, здесь вот просто про них. Вот. Ну и вот классная такая вот фотосессия, как по мне. Ну и вот здесь, кстати, продолжение. Ну здесь, правда, уже реклама, больше здесь ничего нет. Вот. Бонни Беннет забыла, Тайлер Локвуд, Джереми Гилберт. Вот. Ну такие вот самые главные актеры. Правда, Клаус потом пропадет, он как бы, ну да, придет в свой сериал. Вот. Но вот эти вот прям самые-самые такие. Так, еще что-то я забыла вам показать. А, вот, Серебро хотела показать. Мне нравится группа Серебро, и вот здесь есть вот небольшая статейка про них. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам был полезен данный обзор, он вам понравился. Он необычный, у меня таких, наверное, не было еще на канале. Хотя с Ниной Добрев у меня есть журнал. Еще раз огромное спасибо за внимание. Пишите, нравился ли вам этот сериал. Может, до сих пор нравится, и вы его смотрите регулярно. И пока-пока.